Ребятки, всем привет! Что, думали, я с утра буду выглядеть плохо? Ошибаетесь, я выгляжу охуенно и мчу уже на тренировочку. И вам советую тоже мчать нам на прем-ринг. Так что давайте подтягивайтесь. Временем мы усложнили восьмерочку. Понимаете, да, это внутренняя часть, это внешняя. И сразу начались проблемы. Кстати, сейчас вот неплохо было. До этого они его прям мешали, отвлекали. Так, душевненько сегодня покатались. Что последний раз? Мой, что там должен что-то? Стабильность, признак мастерства. У тебя есть нал? Я вот тебе кину, отдашь? Говорю, Алексею, всегда вовремя надо заканчивать. Вовремя. Я ему сказал, блядь, забирайте его, 5 минут осталось. Нет, я еще разочек. Последний раз ёбаюсь. Вот я сегодня говорю, можно я разочек еще проеду? А сам себе говорю, нет, нельзя стоять. И посмотри, какая красивая. Ну вот башбар. Башбар спас, да, нормально. Вот, вот жопка целая почти. Вообще не пострадала. Да. Так, братва, я знаю про сторис, в которой написано подвести, что она подвисает. А знаете, почему она подвисает? Потому что ее сняли на Android и перекинули ее по AirDrop. Вот так Android сторисы снимает. После отличной тренировочки и в баньку хорошо сходить. Спасибо, Леха, за банечку. В предыдущей истории мотор продается, это Вован продает, Коваль. Если кому нужен, там у него есть еще схема, вместе с коробкой может продать, а может еще и вместе с тачкой, кому нужна Z-ка на GZ, готовая, но без доков. То есть пиши.
решите там что-то ценник вообще приемлемый максимально. Можно хоть завтра гонку собрать и в РДС рвануть. Ну, правда, каркасик придется подварить, но мотор-то второй джейт на бестонах, на нормальных.